так сказать, театр, чем он отличается, так сказать, от иногда каких-то временных вещей, которые происходят в жизни? Он сохраняет вещи вечные и общие для всех. Тем не менее, все-таки театр, и русский театр, он всегда был, мне кажется, самым лучшим в мире. У нас замечательные есть писатели, авторы, вечные на все времена. И найдется, что делать всегда, и найдется, что слушать и видеть. А талантов у нас не занимать, школа прекрасна. Ну вот, так что. Кстати, про Липецкий театр, тот же театр замечательный.